Всем привет! Сегодня у нас новый видеоблог с Кириллом Кузиным и с Платоном. Итак, сегодня произойдет легендарное событие Game of Scoot Кирилла Кузина и Платона Грэпа. Ребята уже раскатались. Давайте жеребьевка. Орел? А ты? Орел. Решка, Платон проиграл. Да ну а нихуя. Кирилл Кузин загадывает. Вот сюда, open a bar. Or no, кринже. Татар-скутер сберет ван буква. Первое. Он уже просто начинает. Я уже это начинаю. Собственно, я гадаю. Не хотела я тебе этого гадать, но придется. Но футбарно пока. Ему еще леща дали. Че, съебался. Блядь, ты нормально загадывай. Ты же себе очкуешь. Ты нормально играй. Тебе сколько лет вообще? 5. А тебе по мне не видно? Иди съебался нахуй. Все, уходи. Ебать, ты сделал нахуй. По-новому я не видел. По-новому я не снял, Давай доскоем. Смотри, поехали дальше, у нас. Гадай! Ты меня за что? А ты нахуй мой дом? А что ты меня пинаешь? А захотелось. Потому что ты исключен. Он гадает. Гадает Кир Кузин. Да, так. Ну худ на добра. Было камеру снимать. Блять, это сам. Счет 1-0. Че гадаешь? И у меня 20%. Сейчас гадаю Барфилм на попкап. Начинается дождь, времени на перегадывание у нас нету. Загадала туда его, считается. Похуй, не гасим. Давай трехкратно банно подгадать. Ну почти, можно редут начать. Гадаю бармену. На бармену, на бар. Сейчас спина белая. Ну почти. Да, согласен, можно реду дать. Кир Кузин загадывает борт, крюк, опа, ванете, вот туда, вот на перилу. Мой любимый трюк делает. Ребят, как вам сегодняшняя игра? Нормально? Я не снял. Подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки. Вип на бар в книжку. Вип на бар в книжку загад. Че угадаешь? Мэнл по всей на вип. Мэнл по всей на вип. Хил ту баш пин. А я гадаю также вип на Мэнл на вип. Бар твист Бенихана грэп плэт. Мы вынуждены прервать нашу съемку по причине начинающегося дождя. Братан, не мокни. Друзья могут продолжить игру во флэт. В этом нет смысла. Трачок в этот, в книжечку. Фингер на подкат. Ой, блядь! Ты разбился, бро? Не гоняйте, пацаны. Бар фронтборд. Бар фронтборд. 3-2. Фингер. Вип-фингер на подкат. Вип-фингер на подкат. Бэк-липчик вниз по перилке. 4-2. Вип-фингер на подкат, 4-2. ДС-бар на подкат. ДС-бар хил подкат. Вип-фингер.
попадает. Братчик на подкат. Алле! Делай повтор. Это достойная победа. Ой, он там дропнул, я не снял. Но мы играли не как соперники, а как противники. Мы играли не как соперники, а как противники. Мы играли не как Платон и Кирилл, а мы играли как Сысоев и Кузин. Пошла моя долгая дорога вон до того края парка.